celebrate the birthday of Minsk, and just right now we are ready for a concert, Miss Belarus. The most beautiful girls of the country came to Minsk. The finalists of Miss Belarus have been preparing for the fight for the crown and title for almost a month. The show itself took place on September 10th at the Sports Palace. Мисс Беларусь будет самая достойная девушка нашей страны. The winner is determined by the jury, after which the beauty will represent Belarus at the Miss World contest. Я считаю, что три самых главных качества, которыми должна обладать настоящая белоруска, это открытость, честность и целеустремленность. Я могу сказать, что наша славянская красота, она отличается своей любовью, духовностью, наполнением, чистотой. Беларусь, одно слово, чистая Русь. Мы не случайно посвятили начало нашего шоу родной Беларуси. Ведь она словно девушка, такая же красивая и талантливая, и такая же гордая и независимая. И очень современная. Мы уверены, что будущая мисс Беларусь обладает всеми этими качествами. Девушки, вы готовы услышать решение жюри? И знаете, очень часто мне задавали вопрос, что значит миссия «Мисс Беларусь», какая «Мисс Беларусь». И вот только сейчас, пройдя весь этот путь, я могу сказать, что быть «Мисс Беларусь» — это в первую очередь быть достаточно сильной, чтобы на этом непростом пути оставаться с собой. И каждый день, шаг за шагом, становиться лучшей версией себя. И этим вдохновлять других. Не изменять своему сердцу. Не продавать свою уникальность за людское одобрение, которое часто бывает очень капризным и очень изменчивым. Думаю, многим из вас приходилось терпеть нападки критиков, слышать, что вы недостаточно хороши для чего-то, недостаточно умны, красивы или опытны. Это может сбить вас с курса. Но если вы делаете что-то, потому что любите, делайте. Любовь — наш самый надежный щит от любых нападок. Будьте добрее, несите свет. Делайте то, что чувствуете сердцем, и вы всегда будете правы. Так не аплодируют новой мисс Беларусь! Мисс Беларусь became Дарья Гончаревич, 18 years old, Minsk. She works as a model and catwalk teacher at the National School of Beauty, speaks spoken English. Currently, she works with well-known Belarusian brands as a model, creates clothes for herself. She dreams of becoming an organizer of the Fashion Week in Belarus. Победа в конкурсе – это только лишь начало большого пути. Совсем скоро Дарья представит нам